На первом вагоне невероятный итальянско-мексиканский Элвис де Торо Пресли. По прозвищу Вагоне Киркоров, да? некто безымянный, захотевший остаться таковым. И бой начинается. 3, 2, 1, файт! Стой! А ты файт-то включил? Точно! Ай, зараза. Давай, 3, 2, 1. Давай, ладно. Еще газуй, еще. Я скажу, когда остановиться. Еще. Что-то там метр нужно было. Что-то, по-моему, ты перетолкал. Нет. Там же чуть-чуть вообще надо было. Да. Сейчас. Смотри, как где у меня конь стоит. У тебя есть приманки, чувак? Есть. На хищников. А аллигаторы... Персонально, чтобы ты не заморачивался. Как это прокомментировать просто? Я не знаю. Конь, с тобой все хорошо. Он поэтому тебя... Ой, сейчас упадет. Бабах. Конь такой же ебанутый, как я его хотел. Уникальный конь на цене. Один. Сейчас я только стартую, сразу тогда и бежим. Давай, ладно. Ну да. Ой. Чуть не упал сам. Блин, да что такое? Я все... Блин! Пошел! Да. Что-то я хватануть тебя не могу. В хорошем смысле этого слова. А что у меня так довольно-то мало стыдно? Чувак, а что я не дерусь что-то? Я умер. Ты не дерешься, так? Отдохнуть хочешь? Ну у меня, я рашил, у меня в это, вынка вся слетела. Бойцы встают на одно колено, чтобы почтить богов поездовой арены. Типа, знаешь, песок, как в этом, в гладиаторе, понюхал, сейчас так... Да, только крышу вагона потрогал, понюхал. Я готов. Да чтоб ты, ё-моё. О, все, понеслась, давай. Блин, ты не упал в грязь. О, мое тело лежит. Это что сейчас было? Я потерялся в пространстве. Это еще и выглядело странно. Я сейчас умру. Ух ты! Ты видел это? Да, теперь я не смогу. А. Вот. Чувак, ты, конечно же, победишь, но ты должен понять, что этот бой выиграл я, потому что, ну, это было... Чувак, это была Спарта. Это реально была Спарта? Жалко, камера у меня слишком близко отведена. О, крутяк, я прям чувствую себя богом, богом войны. Как я далеко оказался. Да ладно, тебе победа автоматом.
Акама одержал победу. Ну, но бой был выигран мною, честно. Я красавец. В конце это идеально вообще. Так. Посмотри пока, где будет следующее место нашего боя. Ну давай сейчас. Первый раунд, например, да? Так, а ты куда? Дальше пошел? Я в Дракон на мосту. А, под дождем. Еще 52 секунды. Там внизу игрок плавает. Ну-ка я ему динамику. Не надо. Чувак, он нам потом это файтинг испортит. Не делай этого, не надо. Can you deal with that? Что? Чё мы решили с этим, скажи? Не больше одного раза за раунд. И неважно, кто душит, ты или я, типа, ну, один раз делаем противостояние. А, все, понял, понял. За раунд. Это уже, кстати, считается. А почему он не бьет-то, блядь? Как научиться бить-то? Я бы лучше бил, понимаешь? Ой, стой, прости. Теперь надо мне отвыкнуть. Чувак, он смотрит. Он болеет. О, я увернулся. Я чуть не скинул на них. Охренеть. Все-таки работает, как я тебе говорил. Только вот, чтобы ее научиться делать, это пипец и реакция нужна. Фу, я дохнул. Я весь рот провел. Борода в крови. Пипец. Вот этот мы момент не предусмотрели. Какой? Я на водопаде. Я на водопаде. Ну, в смысле, с той стороны. Я только что... Вон, я к нашему поезду бегу. Черт. Чувак прыгнул. Ну, да. Я слышал крик. Он сам спрыгнул, я ему не помогал. Он садится на поезд, он сейчас у нас переедет. Я тебе точно говорю. Чё, бой тогда не закончен? Если что, я готов, я беру динамит. Ну расстреляем, а сами прыгнем. Готов? Ну, поехали. Поехали? Да. Это как... А как мы раньше вырывались-то? О, ты рядом появился. Да, а ты прозрачный. Подожди, я хотел твое тело выбить. Вот. Я хотел бы, чтобы мы все время вот так вот рядом друг с другом появлялись, а не в виде меня. Это вообще странно, что я смог так появиться. Какие манты кости. Он едет. Чувак! Я не знаю, но это классно. Чувак, гоним за нашим этим? Ну, наверное, не знаю. Ну, 30 секунд, ты победил. Победа твоя. Ну, погнали, догоняем. А ты спрыгнул тоже? Да, конечно. Летел классно, слушай, не каждый день с такого. Ну и чё, где он? Ну, забиваю его кулаками. Чувака этого? Точнее, задушиваю.
Ты его придушил. Ты шляпу его одел. Не, я его выкинул нахер. Давай. Что произошло сейчас? Ты должен спасти рядом, я не могу его взять. Да.